Славянск на Кубани богат не только своим культурным наследием, но и необычайно красивой природой. Кроме того, наш город становится все краше и уютнее с каждым днем. Появляются новые архитектурные формы, открываются фонтаны, скверы. Глава Славянского района Роман Синеговский уделяет особое внимание обеспечению санитарного порядка и дальнейшего благоустройства населенных пунктов района. Традиционно весной и летом выполняется основной объем работ по благоустройству города, станиц и хуторов. Благодаря совместной работе администрации района, специалистов дорожных и коммунальных служб, работников общественно-социальных центров, год от года все более уютным и комфортным для проживания становится наш район и, конечно, районный центр. Современный Славянск на Кубани – это чистые улицы, новые тротуары, хорошие детские и спортивные площадки, фонтаны, яркие клумбы и красивые зеленые уголки в разных местах города. По улицам города можно ходить часами или отдохнуть после рабочего дня в тихом парке, где радуют глаз цветущие клумбы и лужайки, а в летний зной можно отправиться на фонтан и насладиться его прохладой. Не так давно новый фонтан появился по улице Красной возле магазина «Магнит». Красиво, конечно, да, очень красиво, мне нравится. Везде. Детям очень нравится, он бы туда купаться бы полез, будь его воля. Да, нет, красиво, очень нравится, что украшают, и цветы везде появляются, красиво. Мы очень довольны, ходим, отдыхаем возле фонтана вечером. Новый благоустроенный уголок появился и по улице Адельской, на участке от Запорожской до Совхозной. Там установили 5 лавочек, а по центру территории украшает ажурный зонтик. Без сомнения, этот сквер станет любимым местом для многих славянцев. Часто, часто прохожу. Красиво, хорошо, молодцы. Жизнь пошла лучше. Город очень прекрасный. Я и родилась, и все время тут. То, ну, хаты, станица. А сейчас не узнать, не узнать. Эти магазины, это все. Эти парки, эти отели. До слез красота. Этим летом в Славянске на Кубани появится 6 новых благоустроенных уголков. На каждый из них сделан проект. Предусмотрена отсыпка газонов декоративной крошкой. Уже скоро будет завершено оборудование нескольких зеленых уголков на улице Ковтюха. Надежда и Георгий Калинины, Константин Монастыренко. Программа «События».